Так, сейчас слева в верхнем углу будет у нас Юпитер. Вон он, стремительно опускающийся за горизонт 26 июля 2020 года. Едва-едва виден Ганимед, спутник. Остальные попрятались. Да, совсем уже сейчас буквально через минуту спрячется уже за деревьями лесополосы. Уделим последние секунды Юпитеру. Перейдем к Сатурну, а вообще будет видно в кадре на этом дубле. И Сатурн, и Марс, и Венеру. Это запрыгнуло высоко. Так, а что со временем? Со временем у нас 2.57 по Киеву. За деревья. Юпитер. Где у нас Сатурн? Это что ж такое? А, вот он. Получится в одном кадре. Ну, едва-едва. В правом нижнем углу ринга Юпитер, в верхнем левом Сатурн. Сейчас мы на тебя наведемся. Все норовите из кадра выскочить. Так резко испробую сейчас. Все удаляется от нас, наши планетки. Юпитер уже 621 миллионе километров от нас. Сатурн 1 миллиард 346. Наконец-то новая цифра.
миллионов километров на 1 миллион больше. Поехали. Ну вот, еще даже не скрылся до сих пор. Надо же. Ну, буквально уже на листочках Юпитер висит. Ну, вот они, два в кадре красавца. Юпитер и Сатурн по разным углам кадра. Ну, в окуляр вижу, не знаю, как будет на экранчике, на мониторе. Пошли к Марсу. Марс в зените практически. Надо в такую раскорячку становиться. Чтобы его снять. Что мне сильно везет. В такое время здесь не особо много прохожих. Поиздеваться над моим незавидным положением. Отошел. Вот он, Марс. Резвенько так по экрану несется. 100 миллионов километров до него. В комментариях писали, что Марс при увеличении не красный. Ну вот, и у меня не красный. Это, конечно, можно списать на настройки светочувствительности. Пошли-ка мы к Венере с Альдебараном. Смотри, какие мощи. Прям как поселковый фонарь висит в небе. Бобровка внизу, Венера вверху. Вон Альдебаран, сейчас их разнесу по углам. Вот так. Далеченько уже Альдебаран, да, ушел от Луны. Ой, от Луны, от Венеры. Венера, конечно, в фазе похожа на Луну. Капитально. Ничем тебе не луна. Только тем, что Венера. Сбежала из дворца. Такая сяка. По сравнению с вечером отлично. В том смысле, что штиль. Облачность поменьше ощутима. Ты посмотри сюда. Венера прям ни в какую не хочет. В кадре задерживается.
все отошел. Медведица хорошо видна, но наверное уже. А может сейчас я попробую перед рассветом поснимать. Может не у вас получится напоследок зафиксировать хоть на фотографиях кому-то уже удаляющийся от земли. Все, Юпитер уже исчез. 3:06 по Киеву.